Я считаю, что церковь вправе высказывать свое мнение, и испокон веков церковь была всегда близка к государству, к царям и к народу. Вот. И то, что произошло в Новосибирске с оперой «Тангейзер», на самом деле это вполне, наверное, нормально со стороны церкви. Вот. И к этому надо относиться так же, как к последним событиям во Франции. Поэтому есть мнение, его надо выслушивать, и с ним надо считаться. Это мнение миллионов граждан.